Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале «Агроформат». Сейчас мы с вами рассмотрим новые орудия в линейке почвофрез «Доберкмет». Они только сегодня прибыли в Российскую Федерацию и уже стоят собранные перед вами. Они готовы предстать перед вами в лучшей своей красе. Орудие в народе часто его называют «Доминатор». На слуху у людей, кто в теме, именно так именуют данные вертикальные почвофрезы. Уверен, неспроста, потому что это орудие впечатляет. Когда оно выполняет свою задачу, впечатляет качество обработки и неуязвимость. В том плане, что она легко справляется на каменистых почвах, ведет себя очень корректно и достойно. Значит, давайте поподробнее ознакомимся с ее конструкцией. Здесь мы видим центральный ведущий редуктор и ведомые редукторы. На каждом редукторе установлены по два мощнейших ножа. Значит, толщина каждого ножа 10 мм. Глубина обработки у данного орудия составит до 22 сантиметров. Значит, давайте обратим внимание, что здесь установлены, значит, опорные катки. В данном случае на этом орудии мы видим, значит, трубчатый каток диаметром 29 сантиметров. Ширина захвата фактическая данной почвофрезы 205 сантиметров, а габаритная ширина без учета страховочных боковых накладок 208 сантиметров. Вес почвофрезы составляет 396 килограмм. Вот поближе посмотрите на мощнейшие ножи, которые способны работать в каменистой среде, в каменистой почве. Вот здесь мы видим заливную горловину для масла, так как все редукторы находятся в масляной ванне. Залито трансмиссионное масло от завода-изготовителя. Здесь мы видим шестерни ведомых, значит, редукторов. Каждый редуктор имеет точку смазки, свою таводницу. Вот такие ножи. Здесь мы видим, значит, регулировку опорного катка по наклону, и тем самым этот опорный каток регулирует глубину обработки. Значит, следующая почвофреза абсолютно идентичная, отличается только цветом и опорным катком. В данном случае опорный каток у нас шнекового типа. Он предназначен для уменьшения пыли после прохода фрезы и для вывода, значит, за пределы обрабатываемой зоны, значит, крупных частиц, такие как камни, комья и так далее. Вот такие звери прибыли на наш склад. Ждем вас, друзья, за своей почвофрезой «Доберкмет».